Детский сад номер 99 всегда активно участвует в неделе добра. На этот раз здесь организовали благотворительное кафе «Апельсинка» для воспитанников и их родителей. На прилавке всевозможные лакомства. Здесь можно купить чай и выпечку, а вся выручка пойдет в копилку марафона «Ты нам нужен». Дети, родители и даже воспитатели инициативу поддержали охотно. И это не последняя акция, которая проходит в детском саду в рамках марафона. Детский сад имеет группу комбинированной направленности, куда ходят дети-инвалиды. Поэтому нам сам Бог велел участвовать в этой акции, чтобы помогать детям с особыми образовательными потребностями. В этом году у нас приготовлено 3 мероприятия в рамках акции. Мы показывали концерт «Силами детей», который назывался «С днем рождения, весна». Сегодня у нас проходит кафе «Апельсинка». И третье мероприятие, которое будет показано в четверг на этой неделе, это сказка «Силами» педагогического состава детского сада.